Аланья, Турция, 28 августа 2021 года, 11 часов утра, отель Клеопатра Роял Пальм, 4 звездочки. В отеле очень приятное расположение, рядом с пляжем Клеопатра, он находится вот там. Буквально через дорогу, вот мы уже можем видеть море. Зайдем, посмотрим отель. Красивые горы. Такой скромный вход достаточно. В небольшую зону с ресепшеном и лобби. Много всяких диванчиков, сам ресепшн. В целом достаточно приятно. Здесь рядом можно заказать фотографии. Хамам, большой магазин, улитка. О! Бассейнов всего 3 в отеле. Это первый с горкой для детей. А там уже территория соседнего отеля. Тут есть за горкой сад. Такой достаточно приятненький. Можно погулять вечером. Сейчас 11 часов, уже достаточно жарко, но не душно. Стол для пинг-понга, беседочки. Тут вчера бегали какие-то петухи с курицами. Вон они там. Где-то тут они. Вот. Из окна у нас можно увидеть эту известную надпись «Я люблю Аланию». Мы доплатили $20 за улучшенный номер с видом на море. Двухкомнатный вместо однокомнатного. Ну, в номер зайдем позже. Сейчас покажу территорию. Почему-то первое впечатление сложилось неважнецкое. Ну, наверное, из-за поведения наших отдыхающих некоторых. Из-за того, что с самого утра на лежаки люди кладут полотенце, потом куда-то уходят, и в итоге ты лежак, чтобы взять, занять, его нужно с самого утра занимать. Чисто такая русская тема. Здесь ресторан. Кормят здесь хорошо. Еда вкусная. Кто-то жалуется на отсутствие разнообразия, я бы так не сказал. За 2 дня, пока мы здесь находились, пока все было очень приятно и разнообразно. Это выход к основному бассейну. Здесь также можно поиграть в бильярд к вечерам. Основной бассейн. Обедать можно как внутри, так и снаружи.
с лежаками та же проблема. Второй корпус. Это бар основной. Мы живем в этом корпусе, на последнем этаже, с видом на море. Вот там. И последний бассейн. Он чуть поменьше. Ну, пройдем теперь в номер. Зеркальный номер. Не номер, а лифт. В коридорах чисто, убирают. Раздолбанности такой, скажем, нету. Лестница посередине спуски. Наш номер. Он, правда, немного не убрано. Ну, ничего страшного. Он открывается, тут и ключ, и карта. Ага, спасибо. На ужин, а? Да, да. Капать можно. Ага. Наоборот. Палки. Вот номер. При входе стол, мини-кухня, телевизор. Здесь уборная, вполне нормально для четверки. Никакой необлупленности, ничего, все вполне приятно. Это комната первая получается с кухней. Два кондиционера отдельно, два балкона. Первый балкон.
погоде все очень приятно, 30-32 градуса тепла, влажности нет. Такое тепло всегда приятно переносится. И комната. Комната достаточно большая. С двумя окнами на море. Большая кровать. А здесь второй балкон. Так, как он? Так. Такой он угловой. Ну, тоже прикольно, можно вечером постоять. Приятно, конечно, проснуться и увидеть вот такое вот. Конечно, воздух. Вот такой отельчик. Обошелся он в неделю в 49 тысяч рублей на 7 ночей. По системе все включено. Ну, алкоголь здесь не важный, стоит отметить. Весь разбавленный. Хорошее пиво это разливное. Такое-то.